И в продолжение темы об инвестициях в Ярославскую область. Их объемы вырастут в разы. Об этом сегодня на расширенном заседании экономического совета сообщил Максим Авдеев. Заместитель председателя правительства отметил, уже выстроен целый комплекс мер по улучшению инвестиционного климата. Кроме того, сейчас ведутся переговоры по привлечению еще ряда компаний в наш регион. Именно организации пока держатся в секрете. При этом Максим Авдеев добавил, приоритетными направлениями для области являются машиностроение, судостроение, легкая промышленность, в частности отрасль малой химии. Также серьезная поддержка будет оказана туристической сфере. Завтра мы ожидаем у нас группу коллег из ОСИ, с которыми будем вести переговоры по возможности внедрения лучших практик в регионе, с тем, чтобы ускорить наше повышение в рейтинге инвестиционной привлекательности. Мы сейчас по-иному переформатируем работу инвестиционного блока, где от окна приема информации он переходит в режим проектного сопровождения каждого инвестора. То есть когда инвестор будет доводиться не просто до площадки, будет доводиться до реализации проекта.